Ну вот вы представляете, что надо сделать? Надо забраться обязательно на банкетку и первое, что начать делать, это выщипывать из себя шубу. Другого места для этого нету. И что это такое? Здрасте. Ой-ой-ой, хрюкалка. Игривое настроение. А тебя никто не трогает. Ха-ха. Нет, так не должно быть. Надо, чтобы кусали, щипали. Ой. Что такое? Шерсть застряла во рту. А, шуба-то линяет. Вечером на окнах моль сидит с внешней стороны. Меня подкарауливает. У кого такой длинный нос в эту камеру? Да. Шикарно смотришься, Алиса. Посмотрите на эту колбасу. Разве она похожа на ту лису, которая меня кусала, которая преследовала кота по политическим соображениям. Я вот не понимаю. Мне так кажется, другая какая-то. Может, там выводок уже? И это какая-то добрая лиса. А там есть еще злая лиса, которая бегает, кричит, ругается. Кричит: «Белый, ты во всем виноват!» А это добрая лиса. Мне даже кажется, мордочка чуть другая. Вытянутый нос. Да? Смешно, смешно. Нет, все-таки играться. Нет? И даже хвост дает свой потрогать, видите? Где такое видано, чтобы Алиса так себя вела? Но. Ты прикидываешься доброй, на самом деле ты злая, я ж тебя знаю. Нет? Кстати, питание стало прям сама скромность. Сократила свой рацион, ничего практически не ест. Утром маленький кусочек, вечером маленький кусочек, и все. И даже не ныкает ничего. Все. Это теперь ей не интересно. Сезон прошел. Ей интересно вот так вот валяться кверх лапами. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Алиса, что с тобой? Тебя точно подменили. Та-та-та-та-та-та-та. Ты не скрипишь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, ведет себя абсолютно не как лиса, Алиса. Эй, тебя люди не узнают. Ты что? Кошмар. Что такое? Ой. Ой. Быстренько изобрази что-нибудь, что ты обычно делаешь. Но практически схватила руку.
Ну, неплохо. У нас с тобой дуэт получается. Поем просто на раз-два. Леса колбасятся.